таможня львиная. Жах, с вами папа. У меня тут нежданчик в кустах. Красота, какая в траве, на солнышке. Пойдем. Это что? Вместе? Вместе? Гека. Девушка с Барнаула, давайте. Ничего, мы вас снимем. Барнаула, ехали. Он, ребята фотографию снимут, девушки? Это, наверное, встать в такую какашку вообще к большим деньгам, потому что очень редко. Это точно. Стойте, стойте, да не уклоняйтесь вот так. В камеру смотрите, в камеру. Не уклоняйтесь. Ваши смотрите. Ощущения? Можете передать привет БНУ? Ласковый такой. Оп. Все, хватит, да? Так же. Так же ложись. На травку. Чуть-чуть вперед, вперед, дальше. Вперед. Да? Вот так, да-да-да. И крепко голову держите. Герда, клиент слева. Оп. Ой, ну прям вообще профессионал. Не каждая такая модель так работает, да, четко. А ростом она больше человека, смотрите. Огромная. И в несколько раз. Да. Нет, две девушки так, все если все то в ней поместится. Денег. Что-то это я, что ли? В девушке сколько веса? Да, бараньи. Килограмм 70. Каких там 70? Меньше, 65. Нет, ну легла просто так вот, не видно сколько. Значит, 60. А в Геоде сколько? 280. То есть почти 5 штук точно есть. Да, конечно, конечно. С Геодой, с таким я вот весом, такая добрая, ласковая. Позволяю этим людям же делать фактически что угодно. Герда, пощекотите и погладьте подбородок, что-нибудь там. Где-то голова дык-дык-дык-дык. Прислоняйтесь, щечки, давайте вот так, вата. У вас, кажется, тоже съел. Не мог. Да? А, все нормально. Красивая Герда, хорошая. Можно умница. Я с тобой тут полежу еще? Ну, конечно. Недолго, но можно, да? Такая можно хорошая. С той стороны подойти. Вот. Да. Поросик. Вот так. Ой, красота. Поросик такой, поросик, да, поросик. На нас посмотрите. Мужчина еще больше. Женщина. Возьми. А бог любит, да? С какой стороны? Вот с этой? Ага. Да, да, да. То есть не с этой, да? Через правую женщину, слева, как положено по всей. Да, да, да. Ближе, ближе. Любим. Подожди, Герда, подожди. Герда, подожди. Герда, подожди. Где кто походит? Подожди. Ложитесь, мужчина. Ложитесь. Вот так, ложитесь. Вот так. Ближе к ней, ближе подходите. Мужчина лег, как вспышка справа. Вот, как-то так. Я не буду. Но она блох поищет. Не бойтесь, она всего одно ухо откусит, если что. Попробует. Ну что, кому бояться нужно? Нет, не рычит. Шейку лежите, мою. Лежите под ней, лежите, хорошо лежите, вот так, да, лежите, расслабьтесь, вас едят, не больно. Нам не Герда, будет. Ай, какой мужчина, ай. В самом соку. Ай, Герда, ой, как хорошо, боже, вот то ты добралась, это до добра. Хороша, слышь? Девка хороша, настоящий мужик пришел. Да. Я всю войну тебя ждала, да, скажи. Да, смотри, да. Герда. Ты понимаешь толк. Маша, смотри. Маша, смотри. Смотри, говорю. Даже львицы толк понимают. Да, в мужиках там стоять. У мужика выбор теперь, Маша, появился. Да, смотрите, а к вам на 2 секунды, а от него отлипнуть не может, а? Знаете, что творится-то, а? Настоящее, да. Говорит, вот мы бы с тобой бы здесь бы. Покувыркались. Да, да, да.
И он уже да-да-да, то не-не нет, как идти. Боялся уже да-да-да. Ты кушаешь на сегодня? Нет. Посмотри, сколько хороших. Нет, нормально. Может, уже готов взять тут. Посмотри, хоть сколько пришло. Жена стоит, снимает. Нас смотрит в глаза. Она зафиксировала. Посмотри, да, смотри, сколько ножек хороших, ровненьких, аккуратненьких. Да? Скажи, одну ножку ты скушаешь, а на одной прыгать будешь. Нет, скажи, вот ручка, она рядом. А это правая. Герда. Укусил, да? Герда, не можно. Это она за весь женский род отомстила. Герда. Любовь твоя, я знаю, не имеет границ. Я знаю, что ты поцелуй жаркие. Жаркие, горячие. Такие да, плечи, горячие, да. Плечи-то немножко. Левая только кусай. Когда все, мужчина свободны. Отваливать, да? Полежите, полежите. Полежите, полежите, полежите. Ты сам можешь прическу сделать языком. Где-то ты потеряла к нему интерес. Что, все? Он не хороший, он просто. Погладь, погладь человека, погладь, погладь. Вот, вот, завали ее. Да, пусть почувствует вот настоящую вот так, женщину. Да, да. Да. Берешь руки, маешь вещи. В 280 килограмм. 280? Да. Да. Сколько таких Андреев ты могла бы скушать, да. Скажи, да? Нисколько. Нисколько, да. Потому что... Зачем кушать Андреев, когда есть Маши, Оля? Нет, Маша, я бы развелась после этой поездки. Вот так вот. Нормально, нормально. Матушка, давай полежи. Мужчину и не видно под ревицей. Между лапами что-то болтается там такое.